Сегодня в России отмечается День воспитателя и дошкольного работника. В Чебоксарах удивительную страну детства сегодня создают более 6 тысяч работников детских садов. Это воспитатели, музыкальные медицинские работники, логопеды, повара. Здравствуйте, ладошки! Хлоп-хлоп-хлоп ножки! Здравствуйте! День воспитателя в России начали отмечать с 2004 года. Дата празднования 27 сентября выбрана не случайно. Именно в этот день в 1863 году в Петербурге открыли первый детский сад. Основателем его стала Аделаида Семеновна Симонович, русский педагог, человек с незаурядным энтузиазмом и фантазией. Тогда в детский сад брали детей 3-8 лет. С ними проводили различные игры, занимались конструированием и даже преподавали курс родиноведения. Вначале дошкольные учреждения в России были рассчитаны только на детей состоятельных родителей. В 1868 году в Петербурге был открыт первый бесплатный детский сад. А с 1918 года дошкольные учреждения стали частью государственной системы просвещения. Сегодня в Чебоксарах поздравления принимали и ветераны дошкольного образования. В их адрес звучали самые теплые пожелания и слова благодарности.